Доброго утра! С вами я, Мадина Алиева, «Утро в форме», тренер фитнес-клуба «Идеал». Всегда говорю и прошу, прислушайтесь ко мне, мои любимые, мои хорошие, мои дорогие. Если же вы не стремитесь к идеальным формам, красивой стройной фигуре, не забывайте, что спорт – это в первую очередь это ваше здоровье. В принципе, как говорится, физкультура лечит, спорт калечит. Нет, это неправда. На самом деле все должно быть в меру, аккуратно и грамотно подобрано. Поэтому слушаемся меня или хотя бы прислушиваемся. Сегодня я хочу попрыгать на скакалке. У меня сегодня со мною чудо-инвентарь под названием скакалка. Попрыгали на скакалке, а теперь немножко с вами по. Должны хорошо разогреть с вами верхнюю часть, так как, не забываем, у нас неделя рук, красивых, высушенных, рельефных ручек. Отлично. Хорошо, прям разминаем. Отлично. Ну что, приступим с вами к силовой тренировке, к основной. У нас она сегодня тоже заключается вверх. Берем гантельки. Ну, у меня по 2 килограмма. Может, у вас килограммовый или тоже 2-килограммовый есть. Становимся, ноги ставим на ширине плеч. Локти должны у нас оставаться полусогнутыми, чтобы, когда вы делаете подъемы, вы не травмировали суставы локтевые. Делаем 3 подхода по 20-25 повторений. Затем делаем в сторону. Также 3 круга, 20-25 повторений. Затем ставим, вот, смотрите, видите как? Так не делаем, сюда не заводим, а то у меня бывает. Понаблюдаешь, люди отработку делают самостоятельно. И вот. Можно соединять. Также делаем 3 подхода. Здесь можно чуть-чуть вам уменьшить количество повторений, делать от 15 до 20 повторений. Затем становимся и также меняем, делаем 3 круга, 20-25 повторений. Затем становимся, колени полусогнутые у вас. Плечи закинули назад, руки. И не забываем о том, о позиции рук.
где у вас должны быть. Вот. Ни в коем случае сюда не заводим. Так не делаем. Строго. И вы должны максимально чувствовать, как у вас соединяются лопатки друг к другу. Отлично. Следующее упражнение. У меня в руках блин. Ну, блин, на этот раз я взяла 2,5 килограмма. Делаем. Отлично. Также делаем 3 подхода по 20-25 повторений. И последнее вам упражнение. Напоминаю, могут быть очень неприятные ощущения, потому что на самом деле по этой технике очень хорошо сушатся руки, но и если у вас запущенная холка и остеохондроз сильный, то могут быть очень неприятные ощущения. Смотрите. Мы с вами начинаем с 15, пока, если же вы уже подготовленный спортсмен, можете начинать счет с 22. Ну, для вас пока, мои дорогие, с 15 будет достаточно. Смотрите, как мы делаем. Сзади максимально лопатки у нас соединяются. Сделали 15, задержали, держим, считаем 10 секунд. Подержали 10 секунд. Сделали 12, задержали 10 секунд, держим, считаем. И считаем не так, раз, 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 а так, раз, два, три, четыре. Я знаю вас, жуликов, вы можете. Затем делаем 10. Сделали 10 счет, задержали на 10 секунд. И вот так вот, по 2 счета вниз спускаясь, вы должны, ну, до 2 довести. И сделать. Сделайте терпеливо. Если пока не получается и у вас чересчур сильное покалывание идет, сделайте 1 круг. Если же получается, сделать 2 круга. С 15, начиная по 2 вниз счетом, вы спускаетесь, зафиксируясь по 10 секунд. Поверьте, сделав месяц такую отработку, вы просто будете максимально удивлены от результатов и успехов. И рельефных ручек высушенных. Ну что, с вами была Мадина Алиева, рубрика «Утро в форме», тренер фитнес-клуба «Идеал». Желаем всем хорошего, продуктивного дня. Будьте всегда в форме. Пока-пока!